Друзья мои, всем привет! Находимся у нас на стоянке. Приехало довольно много автомобилей. Как обычно, сейчас самые интересные автомобили. Я вам покажу, какие-то автомобили под заказ, какие-то автомобили на продажу. Есть очень интересный автомобиль. Наверное, с него мы сейчас начнем. Но я вам хочу напомнить, мы занимаемся проверкой автомобилей перед покупкой. Также мы возим автомобили с аукционов Японии. Помимо всего этого, вы можете приехать во Владивосток. Мы вместе с вами, встречаемся. Ищем, выбираем вам автомобиль. Огромная просьба, пишите, пожалуйста, по делу, сколько стоит то, сколько стоит Axio. Все есть на дроме. Просто заходим на сайт drom.ru, смотрим цены, выставляем параметры правильно. Смотрим автомобили с документами. Автомобили в пути, автомобили под заказ не смотрите. Там идет заниженная стоимость автомобиля. Смотрим автомобили только в наличии и автомобили только с документами. Все вот эти вот автомобили, которые я показываю, которые мы привозим, вот про которые сейчас буду рассказывать, все автомобили, которые выставляются на сайт drom.ru, да, не то, что все автомобили. Короче говоря, машины, которые стоят на авторынке, зеленый угол, они все растаможены, пошлину платить не нужно. Вы приходите с деньгами, отдаете продавцу деньги, на вас выписывается договор купли-продажи, никаких пошлин платить больше не нужно. Мой телефон указан под каждым видео и в описании канала. Итак, первый автомобиль — это Lexus, 5 баллов, ребят, 4 524 тысячи рублей. Автомобиль привезен на заказ, 5 баллов, пробег 15 тысяч. Таких машин во Владивостоке здесь даже на продаже нет. Это идет рестайлинг. Круче, наверное, комплектации уже просто нет. Омыватели, фары, линзы. Посмотрите, какая просто огроменная решетка идет. По низу идет хром. По бокам тоже хром. Колеса, 22-е колеса, ребят, стоят. Тут, я не знаю, колеса, наверное, мне идут по бедро, по ляжку. Шикарный, конечно, автомобиль. Очень комфортный, да, вот именно для езды, для удобства, для комфортабельного передвижения. Агрессивный такой внешний вид. То есть здесь у нас идет хром, здесь идет хром, здесь идут у нас рейлинги, идет у нас панорама наверху. Сейчас покажу салон, обалдеете просто. Сзади идут сонары. Гибрид 450H. Lexus. Гибрид. Состояние автомобиля по низу. Состояние нового автомобиля. Давайте покажем салон. У него есть круговой обзор. Дверь идет электро. Ну, что говорить. Просто новое все. Полочка. Не знаю, пользуетесь полкой в автомобиле, нет? Вот у меня, я, допустим, езжу, и эта полка, я даже не пользуюсь, если честно. Подсветка, розеточка идет. Чистейшее просто состояние салона. Здесь уже второй ряд сидений. Он идет электро в плане. Кнопочку нажал, сиденья сложились. Задние пассажиры, два монитора, шторки. Дверная карта идет тоже. Здесь идет кожа, здесь кожа идет. Вот так вот, оп, и шторочка. Ну, это Lexus. Так, я немножко подпростыл. Lexus кроссовер, как видите. Ну, что тут рассказывать. Места очень много. Прям очень много. Второй ряд сидений. Идут у нас подогревы. Идет у нас две зарядки. USB-шные. Кармашек раз, кармашек два. Здесь у нас идет подлокотник. С подлокотника выезжает два подстаканника. И есть еще вот такой вот. Ну, назовем это бардачок. Идет у нас... Оп! Сверху идет подсветка. Панорама. Естественно, она закрывается. Согласитесь, круто выглядит автомобиль.
кататься будет он во Владивостоке. Lexus идут стойки, то есть никакой палки нет. Все блестит. Ну, новая машина, новая. 15 тысяч пробег. По Японии, что тут говорить. Так, здесь у нас идет память сидений на три положения. Управление стеклоподъемниками, зеркалами, электросидения. Идет кожа, идут подогревы, идет вентиляция. Руль идет кожаный. Круиз-контроль. Ну, даже не знаю, что вам сказать. Запускаем. Тут такой же полноценный бортовой компьютер. 15 тысяч. Вот многие до сих пор, ребят, не знают, что такое гибрид. Гибрид — это когда поршневая группа в автомобиле, она не работает. То есть сейчас машина стоит на батарейке, работает кондиционер, все в автомобиле функционирует. Я начну движение, двигатель не заведется, то есть поршневая группа работать не будет. И мы будем продолжать ехать на батарее. Как батарея разрядится, мотор перейдет, то есть поршневая группа у нас подключится. Часы Lexus, огромный бардачок, и обратите внимание, здесь идет не пластик, все мягенько, прям бархат идет, два USB входа, розеточка идет. Значит, место под два подстаканника, здесь идет вариатор, вот они идут, подогревы, идет вентиляция, еще два USB входа, вон она, зарядка беспроводная, работает. Представляете, диски. Здесь у нас идет очень удобная мышка, да, то есть что это такое, кто не знает. Смотрите, то есть, и она, знаете, она вот, ну, отпружинивает, вибрирует. Здесь есть все, тут разбираться можно, сидеть очень-очень долго. Камеры кругового обзора. Видите, как круто. Можно с разных ракурсов крутить камеру, смотреть. Вот так, оп. Можно вот так сделать. Такие вот тут дела. Рулевое колесо, оно очень удобное. Круиз-контроль здесь идет активный. Собственно, панель приборов, все четко, ясно, удобно, доступно. Все видно. Включаем заднюю скорость. Включается у нас круговой обзор. Показывают у нас сонарчики. Ну, естественно, камера заднего вида. Здесь идет с траектории. Это тоже удобно. Также сонарочки дублируются у нас вот сюда. Вот сейчас все, батарея высадилась. Автомобиль, поршневая группа в автомобиле заработала. То есть сейчас работает бензиновый двигатель. Бензин у нас расходуется. Батарея будет у нас заряжаться. По месту, ну, что тут говорить по месту. Место здесь просто вагон. Очень удобные сиденья в плане посадка, да. Боковая поддержка и регулировка сидений. И поджопника, и спинки. Она очень, ну, удобна, функциональна. Далее люк, шторка, панорама. Можно все это дело просто закрыть, чтобы не сгореть под владивостокским солнцем. Ну, естественно, можно панораму открыть. Люк. Все, закрыли. Нереально просто здоровенная торпеда. И также присутствует у нас траектория. Видите, не видите? Да, я думаю, видите. Траектория очень удобна при движении где-то по загородной трассе, да, ну, как бы, чтобы не отвлекаться.
тоже круто. Ну и, собственно, вот он, аукционный лист. Все знают, что аукционные листы у нас, они идут настоящие, без подделки. Возим только честные, честные автомобили. Пожалуйста, смотрите, смотрите, пробивайте. Вот есть номер кузова. Что вам еще здесь показать? Да больше показывать, наверное, нечего. Шикарный автомобиль, шикарный. И да, черный потолок идет. Для меня это очень удобно в плане, ну все равно, как ни крути, потолочек пачкается, пачкается. Черный потолок, само то. Переходим к следующему автомобилю. Показываю вам следующий автомобиль. Это Honda Fit, автомобиль, который набирает, набирает все больше популярность. Вот посмотрите, вот стоит предыдущий кузов, вот стоит последний кузов Fit'а. Да, как бы, знаете, вот поначалу, но как-то не то, как-то не заходит. Но когда вы раскусите этот автомобиль, раскусите, когда поймете, что это за машина, какая здесь начинка, я вас уверяю, он вам понравится. Итак, 2020 год, стоимость автомобиля 1 миллион 250 тысяч рублей. Автомобиль на продажу, 1.3. Камера заднего вида есть, бесключевой доступ. Напоминаю, автомобили приходят вот в таком вот состоянии. Ну, естественно, естественно, перед продажей. Автомобили, которые на продажу, они моются, они чистятся. Если машину везем с Японии на заказ, автомобили мы не чистим. Перед отправкой, если автомобиль привезен на заказ, вы не приезжаете, есть услуга такая, можем автомобиль обслужить. Лифт сидений, интересно такой здесь материал, коврички идут с ободочком, руль пластиковый, полный руль, круиз есть, кнопка старт есть, управление музыкой. Напоминаю, здесь менюха такая, другого плана, изменена она, магнитола здесь здоровая, установлен регистратор. Кстати, когда покупаете автомобили, если у вас пищит регистратор, это говорит о том, ребят, что в регистраторе нет флешки. Нужно нажать кнопочку, найти ее, он пищать перестанет. Кнопочку нажали, все, писк, писк исчез. Вариатор, USB, руль сказал, по посадке. Здесь тоже идет очень удобно. Что касается места в фите, мне места хватает. То есть я высокий, там 1,80 м, сколько, 1,82 м я, по-моему. То есть, ну, мне сидеть удобно, головой я точно никуда не бьюсь. И по ширине все тоже довольно, короче говоря, неплохо. Так, аукционный лист, аукционного листа нет. Покажу вам сейчас номер кузова, можете открыть, посмотреть. Пробег на автомобиле 22 000. У автомобиля есть номер кузова, он выбит на кузове. Ставьте на паузу, можете открыть аукционник, посмотреть, кому это интересно. И идет дублятор шильдик. В автомобиле также есть гибриды, гибрид здесь измененный идет, усовершенствованный, лучше, чем на этих моделях. Ну вот вам, пожалуйста, подкапотное пространство. 2020 год, 1 миллион 250 тысяч рублей. Хочу напомнить, мне очень нравится, как здесь идет трансформация сидений в плане, оп, практически в ровный пол все раскладывается. И раскладывается все очень-очень просто. Сиденье еще поднимается, ножка вот здесь фиксируется. Оп. Перед нами стоит Honda Freed. Автомобиль 2018 года. Пробег 62 тысячи. 1 400 000. Бесключевой доступ, 3 ряда сидений. Есть Freed Plus, там идет 2 ряда сидений. Здесь какая история? Здесь есть вот такая вот вмятинка, но здесь под окрас. Господи, где эта ручка? От этого уже никуда не деться. Такой минивенчик. Вот тоже пришел, япошка зачем-то коврики поднял, либо где-то на пароходе подняли, не знаю. Кстати, ребят,
Сейчас постанова такая. Если машина покупается на аукционе с колесами, вообще не факт, что эти колеса доедут. Значит, второй ряд сидений. Из удобств у нас имеются подлокотники, это очень хорошо. Спинка у нас, спинки регулируются. Есть у нас шторки. Сюда бы еще какой-нибудь монитор, да? Прибабахать. Места довольно много. Колпаки, когда автомобиль идет с Японии, все у нас снимается. Здесь идет полный руль. Я вам покажу аукционик. Две электродвери. Бесключевой доступ. Есть дверная карта. Тканевая вставка. Ну, здесь идет пластик. Вот тоже машина пришла. Машину не мыли, не намывали, ничего с ним не делали. Есть лифт сидений. Обогрев зоны дворников. Система безопасности. Ручник идет ножной. Значит, регулировка руля. Он регулируется и по вылету, и по наклону. Это тоже такая удобная, полезная, я скажу, функция для автомобиля. Кнопка старт, верхний бардачок. Ребят, многие приезжают и не знают, как пользоваться автомобилем с кнопкой. Чтобы завести автомобиль на кнопке, нога должна быть на тормозе. С любого положения, неважно, один раз на кнопку вы нажали, два раза на кнопку нажали, нога на тормозе, кнопку нажали, автомобиль завелся. Чтобы заглушить автомобиль, на тормоз нажимать не обязательно. Места тоже очень много. Оценка 3 балла. Собственно, вот она вмятинка, я вам показал. Пробег 62 тысячи. Вот столько вот стоит Фрид. Значит, второй ряд сидений. Из удобств у нас имеются подлокотники, это очень хорошо. Спинка у нас, спинки регулируются. Есть у нас шторки. Сюда бы еще какой-нибудь монитор, да? Прибабахать. Места довольно много. Колпаки, когда автомобиль идет с Японии, все у нас снимается. Здесь идет полный руль. Я вам покажу аукционик. Две электродвери. Бесключевой доступ. Есть дверная карта. Тканевая вставка, ну, здесь идет пластик. Вот тоже машина пришла, машину не мыли, не намывали, ничего с ним не делали. Есть лифт сидений. Обогрев зоны дворников, система безопасности, ручник идет ножной. Значит, регулировка руля, он регулируется и по вылету, и по наклону. Это тоже такая удобная, полезная, я скажу, функция для автомобиля. Кнопка старт, верхний бардачок. Ребят, многие приезжают и не знают, как пользоваться автомобилем с кнопкой. Чтобы завести автомобиль на кнопке, нога должна быть на тормозе. С любого положения, неважно, один раз на кнопку вы нажали, два раза на кнопку нажали, нога на тормозе, кнопку нажали, автомобиль завелся. Чтобы заглушить автомобиль, на тормоз нажимать не обязательно. Места тоже очень много. Оценка 3 балла. Собственно, вот она вмятинка. Я вам показал. Пробег 62 тысячи. Вот столько вот стоит Фрид. А вот это вот уже идет фит предыдущий кузов. Такой графитовый цвет. Это L-комплектация. Не F-ка, а L-ка. Он на красивом таком литье. Резина у него лето. 18-й год. 1 140 000. Пробег у него, сейчас покажу, в районе 40 тысяч. Оп. Ну, профиты, профиты. Тут уже, наверное, можно ничего не говорить, особенно про вот эти вот кузова. Тоже можете посмотреть, пробить, кому интересно. Элька, они идут с бардачком, у них идет полный руль. По-моему, одна Элька приходила, как-то вот была половинка руля, но это такой, пришел чисто штучный экземпляр. Также регистратор есть, хаб должен быть, он куда-то должен писаться.
Пробег, значит, 41 тысяча на автомобиле. Ребята, когда покупаете фитов, вот таких вот, особенно вот водовых, обращайте внимание на наличие ржавчины. Обязательно, в обязательном порядке. Смотрите под капотное пространство. Даже если автомобиль идет передний привод, все равно смотрите. Здесь все отлично. Вот фиты, свежие, да, фиты, вот эти вот кузова. Вот эти вот. Как бы у них глобала какого-то по ржавчине я не замечал еще. Вот эти нужно обязательно смотреть. Fit Shuttle то же самое. Honda Freed, Freed Spike. Старые вот эти кузова. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Тоже смотрите обязательно. На предмет коррозии при покупке автомобиля. И если покупаете автомобиль на аукционах в Японии, обязательно переводите аукционные листы в обязательном порядке. Мы не покупаем автомобили без перевода аукционных листов никакие. Мы даже пятибалльные автомобили, мы все равно запрашиваем, все равно делаем перевод. Это у нас уже идет Honda Stepwagon Spada. Здесь какая ситуация? Изначально искали один автомобиль, хотели приобрести автомобиль с аукциона Японии. Вот хотели приобрести Suzuki Jimny, но почему-то вот переключились мы на вот такой вот автомобиль. И сделали это не зря. Итак, это 20-й год, пробег 33 тысячи, аукционная оценка 4,5 балла. Автомобиль весь целенький. Полная комплектация спада. Напоминаю, дверка, вверх идет спойлер. Дверь идет, ломается, она поднимается наверх, открывается в бок. Три ряда сидений. Это полноценный минивэн, полноценный. Вот эта вот дверь, она открывается с багажника. Вот здесь есть кнопочка. Таким вот образом складываются сиденья. И смотрите, здесь есть коврик. Оп, то есть сюда, не, ну в смысле я хотел сказать резинку, ребят. Да, то есть не корова покрытие, а резинка. Когда вы заходите на третий ряд сидений сюда, сюда ногу поставили и дальше полезли. Здесь у нас розетка, два подстаканника. Не знаю, почему с правой стороны у нас идет три подстаканника. Значит, объем двигателя здесь идет 1,5 литра. Такие вот степы есть, гибриды двухлитровые. Так, по стоимости я вам сейчас озвучу стоимость его. Ходовые огни, ледовская оптика. Шикарный просто красавец. На хондах, да, вот я вам говорил про фитов. Ребят, вот на вот эти вот места нужно обращать обязательно внимание. Мотор шепчет,